игра была очень напряженная, очень захватывающая. Достаточно все шло непонятно, и до конца было непонятно, кто победит и кто возьмет очки. Вот. Но Висагинес молодцы, собрались, сыграли хорошо в нападении, шикарно сыграли в защите. Ну, все дружным коллективом победили. По сегодняшней игре была очень напряженная игра. Пока что самый маленький счет, самый близкий. Мне нравится, что команда Висагинес растет с каждой игрой. И очень приятно, хочется уже встретиться скорее на льду снова. Я Николай Барсов, сам из Висагинеса, но как постоянно работаю за границей, только когда успеваю приезжать сразу же, получается, с корабля на бал. Сегодняшняя игра, очень много было булитов, вратарь у нас очень прекрасный человек. У нас сколько, 3 или 4, по-моему, взял, это вообще супер. Мне сегодня повезло. Все знают, что булит – это большая лотерея, вот. Но мне повезло, поэтому и спасибо моей защите, которая меня выручала тоже не раз. Если бы, наверное, было бы что-то почаще таких тренировок в городе или тот же самый каток, в такую, ну, как бы нам очень сложно здесь тренироваться, получается так. И я думаю, как бы слаженность игры будет отличной. Меня пригласили поиграть висагинская команда, потому что в данный момент пока у них нет вратаря. Вот, и на время его отсутствия я пришла помочь дружному коллективу из Висагинеса. Еще одна игра у нас будет. Приезжайте все, надо поддерживать команду. В любом случае.